представляем новый станок для торцов автоматически. Сейчас мы покажем, как он работает. Мы находимся на выставке, мебельная выставка, мебель 2019. Сейчас мы покажем работу нашего станка. То есть, вот мы показываем абсолютно нешлифованный торец, абсолютно нешлифованный фасад. Вот торцы не отшлифованные. Сейчас мы покажем, это МДФ. Сейчас мы покажем, как этот станок работает. Станок специально сделан небольшим для того, чтобы на нем работал один оператор, потому что есть станки у конкурентов. Станок специально изготовили небольшой, не громоздкий, для удобства работать одному оператору. Чтобы не целая куча, а человек один встал на небольшом, если небольшое производство, и спокойно мог обрабатывать торцы. Вот такими они у нас получаются. То есть торец полностью отшлифован, торец идеальный. Никаких углы не заедает, не зализывает, не забивает. Все осталось в нужной геометрии, в той, которая была. Вот, в общем, вот такая шлифовка торцов получается.